Здравствуйте, уважаемые подписчики! Снова вы на моем канале. Рад вас приветствовать. На этот раз рыбалка на Волге. С друзьями мы решили в пятницу съездить за город с ночевкой порыбачить. Прибыли на место, это наш шатер, он нам и кухня, и столовая, защита от комаров и дождя. Собрался в снасти, надо подумать, я на ночлеге. Это мой дом на рыбалке. Кстати, очень удобно. Одному есть место, где раздеться, и ложишься в полный рост. Закинув снасть, решили приготовить ужин, перекусить. Есть стол, все, сделался. Приехал. Ну давайте, на первый выезд. Да, ночной, да. Будем. Вот Роман Александрович что-то химичит. Наверное, решил всю рыбу выловить. Пойдем сходим к Сергею Борисовичу. Вот интересно, вот как ему, блядь, не настоебет целый день вот такой, блядь, это? Кому? Соловью. Ага. А то он и соловей. С утра до вечера, ебаный, блядь. Классно. И все видно. Спокойной ночи, малыши. И вам не хворать. А что сейчас ночью нахуй видишь, что нахуй? Так у меня же это. Вон все видно. А? Бля, ты мне в харю посветил. Наступило утро. Улов был небольшой, так как полночи и утром шел дождь. Не просто дождь, а такой ливень. Невозможно было выйти даже из машины. Он и сейчас моросит. Роман Александрович тоже неплохо поймал. Как говорится, не с пустыми руками. Главное, хорошо отдохнули, подышали свежим воздухом.
рыбы почти не клевало. И мы стали собираться домой. И решили перед отъездом сделать последние забросы. Как всегда, повезло Сергею Борисовичу. Его последний заброс принес отличный результат. Вот и подошла наша рыбалка к концу. Мы стали потихоньку собираться домой и готовиться к новым выездам на рыбалку. До новых встреч. Скоро увидимся.